Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Сегодня у нас осмотр сада. Вот так. Приехали сегодня поглядеть, как у нас здесь чувствуют себя деревья. Так. Ну, вроде как вообще земля здесь оттаяла, не оттаяла. Много ли снега? Ну, как видим, что снег почти весь растаял. Нужно будет скоро убирать мешки. И, наверное, это надо будет как можно скорее делать. Ну, здесь вот еще не до конца, конечно, все стаяло. Но я думаю, что ничего страшного. Главное, чтобы зайчики ничего не погрызли нам. Они здесь водятся. Их довольно-таки много. Так вот, следы какие-то снегохода, по всей видимости. Зимой здесь снегоходы катались. Вот так вот. Ну да, нужно будет снимать мешки в следующий раз. Сегодня не буду этого делать, так наехать домой. И времени много нет. Что здесь? Вот мешок вырос. Вырос мешок. Пока оставить. Пока оставлю в следующий раз. Еще раз достанем, берем. Вот в этом году еще будем досаживать сад. Будем сажать сливы, вишню. Ну, если по поводу вишни, конечно, получится. Но будем точно сажать сливы. Пару яблонь досадим. И три груши, по-моему. 10 слив, как-то так. Сливы тоже разные сорта. Мы поменялись с ними на поросенка. Я надал поросенка, и они мне вот весной саженцы. Так что вот, будем потом писать новое видео из сада, которое, как вы помните, назвал именем своего брата, пьянкого кноль Сергея Павловича. Вот такие вот у нас. Будем его развивать, чтобы он становился все больше и больше, больше и больше. Благо, есть куда развивать. Правда, здесь не везде, я думаю, приживется, потому что почва довольно-таки скудная. Ветер очень сильный. Прошу прощения за ветер. Ладно, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!